Всем большой привет! Я рада приветствовать всех на моем канале. Тема сегодняшнего видео – модные тренды лета 2021. Главные тенденции сезона. Дизайнеры уже представили свои модные коллекции на лето 2021. И стоит отметить, что несмотря на всеобщую самоизоляцию, многие модели были довольно красочными. Но больше всего преобладают именно уютные и по-домашнему комфортные образы. Давайте рассмотрим 10 главных трендов сезона лета 2021. И два слова о 10 самых модных вещей 2021 года. Расслабленный брючный костюм, безмятежные туники, микросумки, юбка с перьями. Самые популярные вещи, главная покупка этого года – это бра. Туфли слингбеки, широкие джинсы и свитшоты. Теперь давайте подробнее рассмотрим тренды лета 2021. Первое – летний уютный трикотаж. Многие почему-то считают, что летом не к месту трикотажу. Это ошибочное мнение. По крайней мере, так нам говорят модные бренды. Вязаные вещи актуальны в любом сезоне. Просто на лето нужно выбрать более тонкий вариант в виде хлопковой ткани. Именно ее чаще всего стали использовать многие именитые бренды. Представлен трикотаж в различных платьях, юбках, брюках, кофточках, костюмах. Словом, это уютно, красиво и модно. Простой топ и оригинальные брюки. Как бы сильно не любили модельеры яркие образы, они все равно выступают за баланс между вещами. Если вы выбрали оригинальные брюки, например, с бахромой или из глянцевой кожи, то верх должен быть более спокойным и изящным. Прекрасное сочетание – простой черный или белый топ, алкоголичка и самые невероятные брюки, либо джинсы. Как я уже ранее говорила, бралеты – самая популярная вещь в коллекции брендов и главная покупка 2021. Их можно носить как соло, так и скомбинировать с брючным костюмом. А для девушек, которые не боятся экспериментов, дизайнеры предлагают надевать бра поверх платьев, топов и блуз. Это смотрится нежно, смело и утонченно. Подобные примеры можно найти во всех коллекциях знаменитых брендов. Теперь удобный предмет гардероба можно добавлять не только под низ на футболку или блузу, но и в деловой стиль и даже поверх всего наряда. Дизайнеры дают модницам свободу выбора, главное – слишком не переборщить с индивидуальностью. Модные классические женские костюмы традиционно занимают почетное место в списке сезонных трендов. Костюмы для офиса, вечеринок, прогулок по городу, для летних каникул. В новых коллекциях вы точно найдете модели на все случаи жизни. Следующий тренд – нарядный спорт. Спортшик – это самый актуальный тренд на лето 2021. Только модельеры решили, что привычная комбинация элегантных вещей совместно со спортивными деталями – это маловато. Нужно больше шика и блеска. Укороченная блуза. Кроп-топ успешно трансформировался в фактурную блузу. Самые трендовые модели дополнены пышными рукавами, драпировками, шнуровками или декоративными узлами. Платье с цветочным принтом. Этим летом розы, гибискусы, пионы, лютики, подсолнухи особенно пышно расцветают именно на платьях. И это именно та классическая и в некоторой мере даже рафинированная женственность, которой все-таки давно ждали от современной моды. С
Следующий тренд в противовес цветочному – монохромное платье. Еще один тренд – рукава-буфы. Пышные фактурные рукава появляются не только на вполне очевидных блузах. Их территорией также становятся жакеты, платья, блузы, также классические костюмы. Широкие джинсы. Нельзя оспаривать удобство джоггеров, однако в 2021 году нам предлагают отложить спортивные брюки и присмотреться к джинсам широкого кроя. Такие джинсы прекрасно смотрятся со свободным белым верхом. Всем спасибо за внимание, приятного просмотра, ставьте пальчик вверх, оставляйте свои комментарии. До новых встреч, пока-пока!